Приветствую всех на канале SmartBox. Сегодня продолжаю серию видео об Orange Pi-Zero. В сегодняшнем видео буду устанавливать на Orange Pi-Zero сервер MQTT брокера Mosquito. Для начала необходимо, как обычно, открыть терминал и подключиться к одноплатнику. Логинимся в системе. Для начала необходимо обновиться. Вводим команду. Подтверждаем введением пароля. И теперь можно приступать к установке пакета Mosquito. Пакет из репозитария Debian не совсем функционален, поэтому будем устанавливать этот брокер непосредственно из репозитария Mosquito. Для начала нам нужно загрузить ключи. Вводим команду. Далее устанавливаем этот ключ репозитария. Вводим команду. Далее переходим в папку SourceList. И далее добавляем информацию о репозитарии для менеджера apt. Вводим команду. Подтверждаем введение пароля. И теперь приступаем к установке брокера. Вводим команду. Установка завершена. Теперь установим пару дополнительных пакетов. Вводим команду. Соглашаемся. Теперь необходимо остановить сервер Mosquito, чтобы внести изменения в конфигурацию. Вводим команду. Теперь необходимо в редакторе открыть файл конфига. Для этого вводим команду. В файле конфига для простоты просто заменю все строки в файле на те, что приведены в моем листинге, который будет прикреплен к описанию под видео. Скопировал строки в файл конфига, и теперь необходимо сохранить этот конфиг. И теперь необходимо снова запустить сервер MQTT. Для этого вводим команду. Теперь наш сервер запущен. Далее необходимо создать пароль для доступа к серверу. Давайте это сделаем. Вводим следующие команды. Создаем пароль. Подтверждаем. Далее открываем файл конфига. Вводим команду. В файл конфига добавляем следующие строки. И теперь нам необходимо сохранить его. Готово. Теперь необходимо перезапустить сервер MQTT. Для этого вводим команду. Готово. Теперь давайте проверим работу MQTT брокера. Для этого нам необходимо открыть второй терминал.
подключаемся к серверу. Для начала давайте проверим, корректно ли работает авторизация. Попробуем отправить в топик сообщения неавторизованными. Вводим команду. И как вы видите, с этим все отлично. А теперь давайте проверим отправку и получение сообщений. Для этого во втором терминале подпишемся на топик, вводим следующую команду. Как вы видите, тут я это делаю авторизованным. Вот он логин и пароль, который мы создавали ранее. Подписываемся. И теперь в первом терминале создадим сообщение в этот топик. Вводим команду. И после того, как я отправлю это сообщение, по идее оно должно появиться во втором терминале. Пробуем. Как вы видите, в первом терминале мы сообщение отправили, а во втором терминале мы его получили. Ну а теперь давайте попробуем отправить сообщение в топик с телефона. Для этого я воспользуюсь программой MQT Tool. IP-адрес и порт Orange Pi Zero я уже добавил, также ввел username. Осталось добавить пароль и подключиться. Вводим пароль. И нажимаем Connect. Соединение, как вы видите, находится в статусе Connected. И теперь давайте отправим какое-нибудь сообщение в топик. Вводим название топика. И сообщение. Нажимаем на кнопку «Опубликовать». И как мы видим, сообщение сразу появилось во втором терминале. Также можно сразу подписать оба терминала на этот топик. Давайте в первом терминале сделаем подписку. И попробуем через телефон снова что-нибудь опубликовать. Нажимаю на кнопку «Publish». И сообщение прилетело в оба терминала. На этом установка и настройка MQTT сервера Mosquito на Orange Pi Zero завершена. В следующих видео я покажу, как устанавливать на Orange Pi Zero систему умного дома мажордома, подключать разнообразные датчики, настраивать саму систему. Всем, кому это видео было интересно, не забываем ставить лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!